только три травки, но в больших количествах. Но зато какие! А цветочечки, о! Цветочечки горчичные. О! Да. Ням-ням! Прелесть. Натусь, я тебе тоже цветочек оставила. Я знаю, я возьму. А то это цветочки на той руке. Да, там салатик уже. Ох, Леша. Не скоро. Да или наоборот? Его можно было бы уже. Но еще нет. Ну, можно его еще подождать. Но просто мне надо вот тут было расчистить. От горчицы надо расчистить. Она выросла большая. Забила там и горох. Землянику. Не успеваем с горчицей справляться. Можно сказать, успеваем. Успеваем? Угу. Ну, девочки у нас. Минутка. Иди, Клюшка. Иди сюда. На тебе травку. Ну ты... Да? Ну. Нет? У тебя нет? Нет. Я тебе прямо так даю, чтобы она клювик. Из клювика в клювик. А, так может ты больше горчицы ей даю, а я этого самого укропа, укропа дал, да. Не знаю, не знаю. Она у меня ест. Ну? Да, Мусич? Дрессура. Ой, не кажите. Ладно. Мы уже тут почти расчистили. Ну, укроп для нее, наверное, серьезно. Потому что там много этих самых фитонцидов. Наталкивающий, наверное, немножко запах. Для собак. Для меня отличный. Понемножку. Понемножку. Видишь, она что же понемножку. Скажи, я же не коровка. Нет. Не козочка. Нет. Горная. Я не календулу там. И после дождя оно все такое. Все висит в земле, мыло, может где-то будет песочек. Нормально. Идет.
Чем там фильм вчера кончился? А мы его будем досматривать. А, ты остановила, да? Конечно. Ну, то есть, ну, ты просто... Друг, товарищ и брат. Ну. Сделаем там кик запретной темы истории. Ну. И туда можно будет и Фоменко, как видео. Как ты подумал, что я об этом подумал? На тут. Пора бы уже привыкнуть. Телекинез, телепортация. Телепатия. Ну, это все результаты сыроедения. Интересно, вчера Макаревич эту банку с Кока-Колой двигал умственно. Не он, не он один. Именно в этом районе, да? Угу. Потом уже он сказал, что они сидели, банка. Это его сняли, но они все сидели вместе. Угу. Камеру на него направили. Но так угу. По его комментариям понятно стало, что вся группа там сидела. Ну, но да. У них это получилось. Угу. То есть они все сконцентрировали да. На банке. Но Кока-Кола им должна гонорарчик в размере ящика своей продукции. Не, ну могли бы какой-нибудь там, допустим, для патриотизма там какой-нибудь там. Где? Пиво какое-нибудь российское там или еще чего-нибудь. Они что, везли, они вот это везли оборудование, еще и российское пиво. Шутю, шутю, надо. Ну почему Кока-Кола? Ну почему не что-нибудь другое? Вот. Самый распространенный напиток во всех тех странах. Угу. Вот его можно телепатически двигать. Да не его, пусть будет банда. Нет, ну я понимаю, но те, кто дословно это все там понял. Да не ее просто банка, ну пить. Ну все везде, во всех странах, кто приезжает, ну Лёш, ну что ты начинаешь? Их там предупреждают везде, что вода плохая, вода такая, вода всякая. Пить можно только. Напиток номер один во всем мире. Да, наверное, через все таможни он проходит, там через все там эти самые. Ну, все сертификаты, все, и во всех самой маленькой. Да. Ты не найдешь ни Швепса, ни лимонада, ничего, а Кока-Колу ты да. найдешь. Да. На любой заправочной, там будет посреди пустыни одна заправочная, там будет Кока-Кола. Да. Потому что ее пьет 90% населения. Ну, дурдом. Ничего не скажешь. Парта номер 6. Это мне еще на обед, да, останется немножко? На обед. Хочешь ешь сейчас, в обед уже. Я тебе еще нарву. Нет. Какие эти самые ударные дозы, они, наверное, не способствуют. Ну, а потихонечку так, в течение дня, мне так кажется. Ну, ешь в течение дня. Ешь никто. Никто не заставляет. Я специально прорвала, нарвала, чтобы хватило. Я с собой возьму. Ну да. Немножко. И тебе на обед. В
Емулюшка, грох человека. Сейчас мы тебе чего-нибудь такого съедобного дадим. Так, все, Натусь, я убираю тарелочки. Натуся, я убираю тарелочки.